Ну вот, прошло где-то сутки с момента подкраски. Наш опыл оставшийся. Сейчас опять же пьем водичку, трезак, одну машинку. Срезаем и полируем. Вот, собственно, и вся задача. Вот этот перепыл. И все, все будет чики-кваки. Убирается он таком очень хорошо. И потом последующим полировкой, в общем-то, я уверен в успехе. Хорошенечко с водичкой я прошелся. Весь капот не стал зачиваться. И вот тут вот он перешеечек у нас остался. Видный, только немножко мутноватый. Вот, который надо подровнять, полирнуть. Но уже она уже не шит. Этот опыл, он так не шуршит. Вот надо красоту навести. Первый номер. Это у нас полиролька Минзерна. Нравится, я ее работаю. Вот берем сейчас. Ух ты, господи, упала. Первый номер Минзерна. Вот. Губочка у нас пожестче. Жесткая. Вот. И вперед. Наш капотик. Три прохода первым номером. Вот. Было сделано. И два прохода вторым номером. Ну, опять же, я не знаю, как это по абразивности. Вот. И следующий этап будет. Это вот такой малоабразивный третий номер. Вот. Ну, уже как бы все нормально. Я вот на отблеск как раз со света в тень. Понятно, кто соображает, конечно, переход всегда увидит маляр квалифицированный, вот, а так обычной публике вот, попробую его еще найти. Вот. Так что вымываем третьим номером и намажем.